Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Ну, вы знаете, что эстонцы, они не просто медленные, они, ну, очень медленные. Поэтому, когда весь мир уже дважды, а некоторые и по три раза отсидели на локдаунах, вдруг дошло и до эстонцев, что негоже отставать от цивилизованного человечества, и тоже ввели что-то непонятно что, но назвали локдауном. Картинки, карантинки. Все, что было раньше плохо, стало вдруг прекрасно. В магазинах суматоха, а в ресторан опасно. Негативно – хорошо, позитивно – плохо. Не общаться – это во, а встречаться – сопа. На работу не ходить – это не проблема. Митинг в Zoom проводить – тоже наша тема. Но зарплату нам платить правительство не стало. Им важнее всех людей столкнуть, ну, как паранов. Негатива стало много, агрессивность в моде. Части нашего народа пофиг на свободу. Маски – это хорошо, свежий воздух – плохо. Путешествия забыть, жить подобно лохам очень многим понутру. Люди мракобесно потребляют поутру статистику болезней. Виноват во всех бедах, кто не носит маску. Тем, кто не сошел с ума, жить теперь опасно. Мне плевать на тех, кто за, и на тех, кто анти. Жизнь одна, она моя. Нахуй все, отвяньте. Короче, дорогие мои, пришло время валить, валить, валить и еще раз валить. Пока-пока, мои хорошие.